Сегодня мы в Херсоне, мы заканчиваем новую станцию на 18 мегаватт. Количество энергии, которое она будет производить, на 18% больше, чем предыдущая станция, которая находится под Киевом. Здесь была бывшая профзона, земля непригодна для сельского хозяйства, мы будем платить аренду. И самое интересное, что 50% оборудования здесь произведено в Украине, начиная от стоек, заканчивая инвертором, который произведен в Пиннице. И здесь будет работать порядка 10 человек. И станция будет включена и будет в полной готовности в октябре-ноябре. Мы проинвестировали в станцию 18 миллионов долларов. Надеемся, за 5-6 лет мы ее окупим. Но я хочу порекомендовать своим партнерам, коллегам, все-таки пока есть тариф, который позволяет заработать деньги за 4-5 лет, строить станции любых размеров, это может быть и 1 мегаватт, и пол мегаватта. И окупаемость в зависимости от района может быть от 4 до 6 лет. Я считаю, это хороший бизнес.